Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем прохождение игры Яга. Итак, у нас задание горе мне. Теперь царь хочет самую красивую жену, это будет сложно. Итак, мы продолжаем поиски жены для царя. Так, когда мы отправимся? Мертвый лес. Единственное... Так, Иван злится, ему нужно что-нибудь разбить, он впадает в ярость. Крестьяне часто теряют обереги в пашенных землях. Иван идет туда, чтобы найти что-то для себя. Ага, и мертвый лес выглядит очень негостеприимно, но он должен войти. Это единственная дорога к Марье. Давайте сходим сначала в пашенные земли, посмотрим, что там есть. Может, что-то интересное, полезное найдем. Просто, значит, по путешествиям будем добывать всякие штучки, дрючки. Невыносимая жара, да, из, получается, из холода в жару сразу. Так, а он бегает, да, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не замахивайся. Вот, расправляемся очень легко мы со всякими животными. Ну, это несложно. Пчел я люблю. Пчелы умирают очень быстро. Один удар только нужно, чтобы убить пчел. Так, здесь у нас тупик. У нас есть здесь дорога наверх. Идем, значит, наверх. Ух ты! Ой-ой, золото, золото мы собираем. Монетки нам нужны. Ой-ой-ой, тихо, не попади в меня. Тихо-тихо-тихо. Оглушили, быстрее бьем. Со спины зайдем. В блок бить не очень хорошо. Урон не проходит. Надеюсь, я медную руду найду. Ого. Так. Ну и все, и с этим мы быстро справились. Так, части тела надо собирать. Это наши косточки. На косточке мы можем что-нибудь у Бабы-Яги приобрести. Так, опять. Ну, со всеми расправились быстро. Так, вот, а тут у нас золотой зуб лежит. Это, кстати, так, а это что такое? Так, это старая бабушка. Отгадай эту загадку, молодой кузнец. Он не нужен тому, кто его делает. Он не для того, кто его покупает. А тот, кому он нужен, не знает об этом. Ага. Он не нужен тому, кто его делает. Он не для того, кто его покупает. А тот, кому он нужен, не знает об этом. Траурный цветок, либо гроб, ну это да, это что-то из двух. Ну давайте гроб возьмем. Гроб. Это заняло у тебя какое-то время.
Но я буду больше задерживать. Но я больше не буду задерживать тебя. Возможно, мы еще встретимся. В общем, нам дали благословение. Эта бабушка, мы отгадали просто загадку, и она нас благословила. Наш ум стал острее. Так, давайте поищем. Да, хлеб — это хорошо. Хлеба у нас достаточно, менять мы его не будем. Так. Богу музыки, волшебства Велесу. Так, алтарь. Давайте очистим его. Что такое? На землю что-то упало. Алтарь почти неслышно гудит. У нас флейта Велеса. Так. Как хорошо, что у нас есть серп. И теперь собираем все золото. Родниковая вода и деревянный гребень здесь был. Хорошо, так. И опять у нас драка. Так, тихо. Пчел слишком много. Так, теперь можем расправляться с этими каменщиками. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, довольно-таки легко. У нас даже, по-моему, жизненной силы стало больше, чем было. Так, и тут опять новая драка будет. Так, давайте в спину зайдем. Оглушили. Монеточки. У нас тут понятно. А вон молодой человек застрял с топориками. Давай, иди сюда. Ай-яй-яй-яй. Блин. Прям под топорик залез. Так, и у него монеточки были. Так, это мы разбиваем. Я их все разбиваю. Хоть и ни в одном никогда ничего не выпадало, но я все равно их разбиваю. Так, а от камушек надо уворачиваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, оглушили. Отлично. Так, еще один с тесаком какой-то. Ой-ой-ой, не попал. Оглушили, быстрее-быстрее. Ой-ой-ой, быстрее-быстрее-быстрее, все. Прекрасный драгоценный камень у него выпал. Так, что тут есть еще интересного? А, вроде ничего. Идем, значит, дальше. Ого! Как с пулемета! Ой-ой-ой-ой! Так, а я не пойму, а почему здесь, в этом месте, тоже жужжали пчелы? Ну, типа, стена появилась. Хотя прохода там нету. Ну, да ладно. Так, а сюда мы можем пройти только с помощью вилл. Прыгнуть надо. Ну, давайте поставим сейчас виллы в правую руку. И... Так, нет. Нет. Так, давайте вот отсюда. Да что такое? Вот. Серебряная руда, хвост черной кошки, блин. Да, стоп. Вот, все. И теперь обратно цепляем серп. Серп хорошая штука, мне нравится. Так, новый бой у нас.
Ой-ой-ой, тинь-тинь-тинь. Так. Я иду. Да куда ты идешь? Стой на месте. И косточку, часть тела подбираем. Так, и вот он наш суперприз получается. Так, что тут? Ого, ого, сколько тут всего. И яичко, и бантик какой-то. Сейчас посмотрим. Так, одежда презрения, голова черного петуха, куриное яйцо. И, короче, в общем, очень много всего выпало. Теперь мы можем... Судьба Ивана зависит от его выбора. Чему мы научились за время нашего похода в данной локации? Сер способен создать вихрь, отражающий метательное оружие. Я знаю, что я прав, разум плюс один, и деньги приносят несчастье. Сила воли восстанавливается, когда вы получаете золото. Угу. Давайте ветродуй поставим. Будем вихрем еще отражать урон, который наносит. Так, нужно починить. Так, он скоро сломается, а у нас нечем чинить. Нечем. А спасение, это что значит? Сломанное оружие. Это восстановит руду, использованное в оружии. Но вы потеряете некоторые улучшения. Вы уверены? Так. Угу. Мне, чтобы починить, нужна одна руда. Так, а это у нас, это не то. Так, а как понять, какой из этих... А. Так, блин. Починить спасение нет. Так, еще раз. Атакует быстрее и заставляет врагов кровоточить. А этот при ударе еще оглушает врагов. Так, ну я думаю... Да, давайте вот этот мы разберем. А почему мне... А, вот все, руду дали. Этот мы чиним. Этот круг мы тоже разберем. Я думаю, он нам не нужен. Так, это мы чиним. Отлично. И теперь мы можем смастерить еще что-нибудь. Какой у нас руды много, чтобы мы могли, если что, ее чинить. Вот это железная руда. Смертельно опасный металл. Вот ее мы и возьмем. Так, еще что мы можем тут добавить? Мерзкий мешок. Мерзкая слизь наносит урон врагам на короткое время. Оглушает врагов. Причиняет много боли врагам. А этот камень у нас смертельно опасный. Угу. Поврежденный враг может уронить копейку, делает удар врагов изнеможенными и слабыми. Так, это яйцо, два удара, чтобы наносить. Больше урона водяному, может испугать врагов. Летающий молот иногда наносит критический урон. Ого, это хорошо. Давайте вот это, наверное, поставим, попробуем. Так, ну здесь очевидно ставим руну, которая можно, ну, молот будет труднее сломать, ставим такую руну. И еще одну. Увеличивает разум, падают сокровища. При полном языке волшебный предмет умножается. При полном оружии на некоторое время усиливается тело. Рой пчел-помощниц. Давайте рой пчел-помощниц поставим. Так, и здесь еще одну мы можем ставить. Причиняет еще немного больше боли врагам. Кровоточить. Так, а давайте вот эти гвозди мы вставим. Все, создаем. Шипастый у нас теперь будет молот, да? Ну да, все. Он у нас шипастый, еще и светится как-то. Ого. Ого. Прикольненько, прикольненько. Ладненько, теперь можем отправляться за дальше на поиски жены
для короля.